Всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео расскажу про офигенную бесплатную игру, которая недавно вышла на Xbox и в которую я вам всем настоятельно рекомендую поиграть. Перед началом видеоролика, как всегда, забираю подписку Кинопоиск HD по моему промокоду для новых пользователей, который даст вам возможность смотреть мультики, фильмы, сериалы целых 90 дней и совершенно бесплатно. Также ко всему этому ты получишь доступ к Яндекс.Музыке и к сервисам Яндекс. В общем, ссылку на активацию я ставлю как всегда в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Начну с того, что несколько дней назад я в сторе обнаружил новую фри-ту-плей игру под названием Splitgate. Да, недавно я по ней летсплей записывал. Если честно, до того момента, несмотря на то, что она вышла в далеком 2019 году, я не слышал о ней вообще. А очень жаль, поскольку даже спустя две недели я, если честно, под впечатлением. Вообще, я очень люблю динамичные шутеры по типу Titanfall, колды и прочих, и как вы поняли, данная игра тоже является таковой. Самое главное и, пожалуй, отличительная фишка данного проекта от других является порталы. Дело в том, что ребята позаимствовали идею с порталами у легендарной серии Portal и совместили это все в онлайн-шутере. Признаться честно, это очень круто. Круто до такой степени, что данная фича меняет полностью концепцию, стратегию таких вот динамичных шутеров. Поначалу, признаться, сложно понимать, кто откуда вылезет, куда зайдет, куда стрелять порталами, как переместиться и так далее. Но спустя минут 15 ты это понимаешь и просто от этого ловишь кайф. Поскольку эти порталы и твоя сообразительность могут творить капец какие вещи. К примеру, ты бежишь, ты поставил первый портал, понимаешь, что тебя сзади могут настигнуть, открываешь еще один, появляешься сзади своего противника и тупо его разносишь. Всяких таких вот комбинаций с этими порталами можно придумать реально много, поскольку специальные стены находятся и снизу, и сверху, и сбоку, на крышах и так далее. Вообще, на самом деле, игра приносит удовольствие не только из-за своей прикольной идеи, но еще харизматичного геймплея и стабильной работы. Несмотря на то, что это free-to-play проект, то есть условно бесплатный, у которого, я предполагаю, не было за спиной крайне много денег и огромного руководства, и несмотря на то, что она вышла совсем недавно, на консоль она работает просто идеально. Не лагает, все идет стабильно, офигительный сетевой код, который абсолютно все регает. И, если честно, я поражен. Поскольку, знаете, когда играешь в тот же Gears of War, у которого вышло уже 6 частей, там, например, Halo Guardians, в какой-нибудь Apex и другие онлайн-шутеры, я встречаю очень часто простой и убожественный коннект, в котором ты можешь подбежать со спины, сделать выстрел в упор и не нанести должного урона. Можешь начать стрелять первым, но за счет коннекта тебя просто перестреляют. К примеру, та же Гирза страдает этим постоянно. А эта франшиза, напомню, делается под крылом Майков. В этой же бесплатной игре 99% все работает идеально. Вот выстрелил ты в голову три раза и засчитало. И опять же, смотря на другие подобные проекты, которые находятся под крылом больших компаний, реально радуешься как ребенок, что оказывается можно сделать такие проекты, чтобы они просто идеально работали. Хочу еще выделить чувство управления на геймпаде, оно просто здесь офигительное. Даже при условии, что вы будете играть на стандартных настройках, вам будет очень приятно играть. Вот здесь реально, поверьте, я по сути всегда играю на геймпаде и легко могу почувствовать нормальное управление или нет, тут оно реально очень вымеренное. Что касаемо самого геймплея, помимо порталов, лично мне доставляет удовольствие и просто стрельба. Несмотря на то, что здесь не так много оружия, всего лишь по одному гранатомету, пистолету, дробовику и автомату, все эти оружия приносят реально удовольствие, и ими удобно пользоваться. Знаете, при стрельбе и при победе над противником у тебя создается такое же офигенное чувство, пожалуй, как в Overwatch. Такое, знаете, прям тык-тык-тык, и ты понимаешь, что ты кого-то минусанул. Помимо всего, в этой игре есть и кроссплей, и поэтому в случае чего вы можете играть не только между иксбоксерами, но еще и взять с собой, например, обладателей плойки или ПК. И знаете, этот же кроссплей работает так же хорошо. В игру можно пригласить как и через окно Xbox, но также через игру. И может быть для вас, конечно, будет шоком, но вы в любой момент тот самый кроссплей можете отключить. А не как в той Warzone, в которой вам на Xbox просто заставляют играть с ПКшниками. В игре есть, кстати, куча режимов, простой командный бой, есть режим спецназ, кстати, он тоже офигенно работает. Есть царь горы, есть режим только с рельсотроном, VIP-игрок. Есть достаточно прикольный режим, в котором вы должны бегать с мячом, а очки капают за то, что вы его удерживаете. Ну, грубо говоря, некий захват флага. Плюс тут еще есть два режимы, которые все время меняются, так называемые временные. Что касаемо минусов, а точнее, наверное, примечаний, то в этой игре может многих смутить графон. Признаться, он тут стилистикой весь какой-то пластмассовый и не особо презентабельный. Лично мне он больше ассоциируется с какой-нибудь мобильной
стабильной игрой. Но знаете, именно этой игре за счет стабильной работы и прикольной идеи, в принципе, графон простителен. Это реально та игра, в которую можно зайти, пофаниться с друзьями и получить от этого удовольствие. Единственный косяк для многих, который может отпугнуть большую часть игроков, которые первый раз скачали эту игру, это очередь на сервер. Дело в том, что с выходом консоли данная игра обрела некую популярность и, грубо говоря, на сервере просто нету места. Да, разработчики были к этому не готовы, и поэтому игроков пускало очень и очень долго. Да, если вы запустите игру, скорее всего, у вас будет вот такое вот некое примечание о том, что вы в очереди, бла-бла-бла. И все это может гореть достаточно большое время. Но чтобы миновать эту ошибку, вы просто должны подождать. Кому-то везет и запускает там через минуту, кого-то через 5, кого-то через 7, ну а кого-то там через полчаса. Лично я 2 недели назад пытался в нее поиграть 2 дня. Но в итоге из-за того, что я тупо не мог зайти, я хотел ее уже удалить. И в итоге на 3-й день, спустя 15 минут ожидания, меня все-таки туда запустило. Поэтому мой вам совет. Если вы хотите попробовать эту игру, и, кстати, я вам советую попробовать эту игру, включите ее и можете заварить себе чаю и ждать, когда вас пустит, но вроде как сейчас этой проблемы особо нет. Вообще разработчики знают о этой проблеме, поэтому в ближайшее время ее должны устранить вообще. Помимо этого, к игре можно придраться, скорее всего, к отсутствию лора. Может быть, конечно, он тут и есть, но я лично не учуял вообще его. Но если в конечном итоге проект все-таки продержится на плаву и разработчики будут довольны результатом, то я думаю, что они сами захотят с этой игрой сделать нечто большее. Придумать, например, сюжетную кампанию, вести какие-нибудь там ивенты, добавить кучу новых карт и так далее. Я им лично искренне не желаю добиться успеха, поскольку за последнее время такой идеальной работы в шутерах я не видел вообще. Ну, кроме, пожалуй, мультиплеера МВ. Но больше я им хочу сказать им большое спасибо за то, что они мне подарили те же самые эмоции, что и тогда, когда я в первый раз играл в серию Titanfall. Я лично с этой игры реально просто иногда не могу вылезти, меня запускает на сервер, и катки это словно семечки. Первая, вторая, третья, четвертая. Они, кстати, в среднем идут по 5 минут. И в этой игре ты можешь реально просидеть часа 3, поскольку она реально приносит тебе удовольствие. И затягивает. Также я заметил, что она очень лояльна к новичкам, и поэтому очки вам будут капать даже за ассисты, что в принципе приятно. Если что, данный ролик это не реклама данного проекта, поскольку я вообще не знаю, пиарится он или нет. Это реально положительный отзыв от души, который, надеюсь, ребятам поможет обрести еще больше постоянных игроков, ну а также реализовать все свои финансовые цели. Ибо такого кайфа я реально не получал давно, и очень искренне рад, что есть такие вот классные, динамичные и идеально работающие проекты. Я очень надеюсь, что в будущем они все это не растеряют. Поэтому, ребят, настоятельно эту игру рекомендую, советую от всей души, особенно тем, кому нравится динамика. Короче, нечто подобное проекты, как Колда, Titanfall, Halo и тому подобные игры. Попытайтесь в эту игру зайти хотя бы один раз, и если вам нравится визуально вся эта концепция, она вас реально зацепит. Поскольку, знаете, всем тем, кому я ее настоятельно советовал, все в один голос говорили, что это реально игра-бомба, с которой пока реально не хочется выходить. Короче, на проект я очень надеюсь, что он сохранит такую стабильную работу. Надеюсь, обзаведется расширением игры в виде карт, персонажей, лором, сюжетной линии и так далее. Ну а вас, зрители, я попрошу в комментариях написать ваш отзыв об этой игре, если вы вдруг поиграли. Поскольку мне очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу. В общем, если видос вам понравился, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч.